Продолжаем учить про гусеницу, как она появилась, что она появилась с яйца. Вот написано «Р». Потом она стала большой гусеницей, потом она превратилась в крисалис. И потом у нас следующая стадия – это бабочки. Вот такие бабочки у нас красивые. И у нас бабочки сидят здесь, но они еще у нас не появились. Поэтому мы будем очень медленно учить про это. Мы с вами учили, ребятишки, что? Что сначала яйцо, потом крисалис. Нет, сначала яйцо, потом что у нас? Из яйца получается маленькое. Кто? Гусеница. Потом она наедается, и потом крисалис, да? И вот сейчас у нас 4 крисалис, посмотрите, 4 крисалис. А потом должны быть уже скорее появляться скоро бабочки. Бабочки летают везде. Они живут на всем земном шаре. И они у нас живут в огородах, в полях, на лужайках. Везде живут у нас бабочки. Они живут, посмотрите, в горах, как высоко, где холодно. Они живут там, где пустыни. Бабочки – это насекомые. И у них 6 ног, и у них такие крылышки. Видите, какие бабочки? Смотрите, что у нас сегодня. У нас сегодня будем учить про божьих коровок. И они из яйца появляются первые личинки. По-английски это ларва. Посмотрите, какие они. Они ползают, мы наливаем туда водички, и они ползают. Что вы там видите, ребята? Что там вы видите? Это личинки, называется ларва. Да, они должны все двигаться.
Thank you.